Это первое участие воспитанников детского сада номер 106 «Нанайская сказка». Ее главные герои пытаются узнать, кто же самый сильный. Ответ они пытаются найти у разных стихий – ветра, тучи, солнца и дерева. Спектакль родился на основе амурских сказок Дмитрия Нагишкина. Ну что? Кто сильнее всех на свете? Туча сильнее всех на свете. Когда кроется на землю, становится холодно. И мои лучи не могут пробиться сквозь нее. Поклонитесь, туча! До премьеры дети наполнялись знаниями о культуре коренных жителей Амура. Теперь этнографический экскурс дополнит мини-музей, который открылся в детском саду накануне дня рождения Хабаровского края. Это тигр – символ Хабаровского края. Это нанайс, который любит ловить рыбу и живет в Хабаровском крае. У них осталось очень мало, и мы должны хранить их историю. А вот умение читать нанайские узоры считается особым видом искусства. Это волны Амура. Это рога оленя. Это ветки деревьев. Это горы. В музее представлены прообразы нанайских кукол, колокольчик из рыбьей кожи, шаманская погремушка сикачи-алян, жилище из бересты и многое другое. В скором времени экспонатов станет больше. Музейный уголок пополнит около 100 исторических предметов. Мы воспитываем патриотические чувства в малышах уже вот с такого маленького возраста. Патриотические чувства ведь это не только любовь к России, к большой нашей родине, но и любовь к малой родине, к нашему Дальнему Востоку, к Хабаровскому краю, к жителям и к культуре, которую они несут на протяжении долгих веков. Я считаю, что дети должны знать историю нашего края, где мы живем, где мы находимся, кто такие малочисленные коренные народы. Ну и спасибо воспитателям, что они ведут эту просветительскую деятельность, потому что я считаю, что это для каждого ребенка важно, не только для моего. В дальнейшем эти ребята сами будут примерять на себя роль экскурсовода, рассказывая историю Приамурья самым маленьким воспитанником детского сада номер 106. Виктория Заикина, Даниил Кан, смотри Хабаровск.